Наблюдение. Новая задача от механика. Доступна она сразу после прохождения Тайны корпоратов, ролик по прохождению которых записывался еще год назад. Стартуем, как обычно, в центре улиц Старкова, лицом к автосалону Лехас. Здесь у нас выход на машине, кинотеатр Родина и отель Пайнвуд. Двигаться будем через автосалон к ЖК Конкордия. Поравнявшись с ближайшей высоткой, добегаем до ближайшего же подъезда. Расположен он вот здесь. Спускаемся вниз. И двигаемся прямо. Придерживаемся левой стороны, и искомая комната охраны будет подсвечена красным цветом. Для доступа потребуется одноименный ключ. В комнате же забираем жесткий диск. Отдельно хочу обратить внимание на лут в этой комнате. Как правило, здесь много ценных оружейных модулей. Имеется сейф, оружейный шкафчик и два компьютера. И огромное спасибо всем, кто не забывает про лайки. Ну а если видосик помог, то можно и репостнуть. Залупу тебя на воротник, а не лайк.